Привет. Думаю, нам следует найти твоих родителей, потому что аквариум уже... Мне это нравится. Всем нравится. Почему? Думаю, что из-за боковых огней, которые они включают, вся рыба выглядит блестящей. Что ты здесь делаешь, один? Прячусь. От чего прячешься? Ребята из моего класса. Они с тобой плохо обошлись? Нет. Не совсем. Просто... Они мне не очень нравятся. Ты сегодня был на дне рождения? Похоже, тебе было весело. Нет. Просто мама заставила меня приехать. Она хочет, чтобы я завел друзей. Но я точно знаю, что она здесь только из-за других родителей. Почему ты так думаешь? Мама не любит быть одна. Она приглашает других людей в наш дом. И люди, которых она приглашает, странные. И мне это просто не нравится. А у тебя хорошие родители? А что насчет этого кита? Он тебе нравится? Белуха, мой любимый. Почему он твой любимый? Такой спокойный и тихий. Он кажется тихим. На самом деле он один из самых громких. Его прозвали морской канарейкой. Это не самый быстрый кит из-за низкой гидродинамики тела, но он особенный. Это единственный кит, который может плыть задом наперед и поворачивать голову. Ты знал, что у меня сегодня день рождения? Конечно, знал. Думаю, это для тебя. Это подарок моей мамы. Я его выбросил. Я думаю, тебе стоит его открыть. Никогда не знаешь, что может быть внутри. Что ж, это лучше, чем ты думаешь. Тебе пора. Твоя мама волнуется. Окей. Постой. Как тебя зовут? Флориан. Прощай, Флориан.
отражающий синий. Автор и режиссер Джоселин Харп. Роли исполняли Флориан, Арчибальд Коэн, мальчик Атикус Макдональд. Музыка Николаса Пауско. Съемки производились в океанском парке Хайчан, Шанхай, Китай. Производственная компания «Снимки бирюзовой луны». Производство Франция, Китай, 2019. Перевод «Энергия 345». Фильм озвучил Александр Водяной.